В северной части Шымкента, где располагается административный центр, на площади 1 225 000 квадратных метров проживают более 38 тысяч жителей. И чтобы всех обеспечить качественной электроэнергией, в скорое время будет сдана в эксплуатацию новая подземная линия на 110 кВт, соединяющая вспомогательные станции Северная Нурса с мощным трансформатором на 40 мВА. На сегодняшний день идут работы по прокладке двух нитей кабельных линий между этими подстанциями. Работы ведутся согласно проекта. Технология прокладки кабельных линий 110 кВт. А в Сарамском районе полным ходом идет работа по расширению подстанции Советская. Здесь будет установлен новый трансформатор мощностью 16 тысяч кВт. Это решит проблему снабжения жителей густонаселенных пунктов Аксукент, Манкент и Карабулак качественной электроэнергией. На подстанции Самсонка в 2013 году нами было заменено трансформатор мощностью 16 тысяч кВт на 25 тысяч кВт. И этот трансформатор последний год начал работать в номинальном режиме. Поэтому руководством ТО «Оңшыжартранзит» было принято решение включить план инвестиционной программы расширения подстанции Советская 35-10 кВт на 110-35-10 кВт. Эти новые подстанции будут обеспечивать не только местных жителей энергией, но и дадут возможность подключения новых абонентов. Введение в эксплуатацию современных подстанций снизит объем технических работ, а сами объекты планируется подключить уже в ноябре текущего года.